Человек в черном сюртуке, часами на руке, идет из века в век. Идет и в дождь, и в снег, следя сквозь облака, куда-куда текут века, куда текут века. Удивительные строки, не правда ли? И за ними сразу же угадывается знаменитая интонация Валерия Леонтьева. Сегодня самую известную песню этого певца вспомним и мы. Он идет по главной улице города вечером. Час, когда особо делать нечего, он идет по льду скользя. Крутит ручку он шарманочки, рядом пляшут три цыганочки. Шарманка так шипит, шарманка так хрипит, старый мотив узнать нельзя. Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый, милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый, милый Августин, все, что было, то прошло. Надо, надо жить, мой милый Августин, на радость людям и врагам на зло. А за ним идет полгорода, города, города. Да, за ним идет полгорода, несмотря на холода. Облака летят, как саночки, крутит ручку он шарманочки. Какой простой мотив, что не забудешь никогда.